Наталья, ну вот у нас на столе как раз летние овощи и фрукты. Давайте прямо сейчас здесь своими руками приготовим какой-нибудь правильный завтрак по фэншуй. А вы нам поможете. С удовольствием. Друзья, я вижу здесь, по крайней мере, два супер рецепта, которые я могу вам порекомендовать. Вот смотрите, завтрак, скажем, фэншуиста, да? Два банана. Два банана. Да. Чистим, режем, да? Да, в блендер, да, мы их укладываем в блендер. К бананам что у нас пойдет? Бананам у нас пойдет клубничка. И можно было бы добавить, конечно, еще немножечко йогурта или воды. Это очень полезный завтрак. Просто вы это почувствуете сами. Клубничку в блендер. Заливаем водичкой, да? Чуть-чуть. Помните, еще лимон. Половиночку лимона, да, чтобы кислота присутствовала. Воды сколько, Наталья? Воды где-то полстаканчика. Достаточно. Так, выжимаем. И выжимаете половинку лимона. Так, наш кисло-сладкий смузи готов. Отлично. Что делаем дальше? Можно попробовать. Разливаем, да? Да. Ой, запах какой вкусный. Я не сомневаюсь. Наталья, интересно, а в какой части дома сосредоточены энергии красоты и здоровья? Это восточный сектор, друзья мои. Восточный. Восточный сектор, а также самый центр вашего дома. Поэтому я всем нашим уважаемым зрителям рекомендую проверить, что находится в восточном секторе вашего дома. Если там находится, например, туалет, это считается, что это не очень хорошо, потому что, естественно, эта энергия утекает. Ну что, можно попробовать? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Давайте. Наш замечательный фэншуйский коктейль. Так. За здоровье и красоту. Бесподобно. Слушайте, такой легкий, супер, да? Вкусный. Очень вкусно. Супер.